очень красиво, но это не просто безумно, это стрёмно. Это стрёмно очень. Хорошо, что мы приехали. Как будто Ля Сильпо. Говорит, кстати, Ля Сильпо. Скузи, Ля Сильпо? Space between the levels of the bar is where I go. What the fuck? Wow. Это машина. Блядь, мы платье поднимаем. Надо отойти от зонта, они держат зонт. Люди начали прятаться, красивые кадры закончились на этом. Начинается какой-то шторм, мы спрятались в пиццерии. Момент началось. Да, оно просто начало накатывать, оттуда туча начала идти. Все держат зонты, потому что они боятся, что они улетят и убьют кого-то. Я без понятия. Держи его! Блин, какой-то трэш. Пиздец. Идем, у меня телефон намокает. Я не понимаю, зачем люди кричат, если просто... Мы просто стоим под какой-то лавкой, здесь эти маски. И мы спрятались от дождя. Я вся мокрая, я не знаю, что мне делать. О, можно взять статую? Нин, какую хочешь? Тут продают зонты. Мы уже все мокрые, посмотрите, какие зонты. Очень солнечно и жарко, поэтому я думаю, очки — это то, что мне поможет. Это я и моя жизнь. Но мы все равно остаемся вместе. Да. В общем, мы залетели в какую-то галерею, мы полностью мокрые. Какую-то, слышишь? Пошли на вход. Все, извиняюсь, гид меня поправит. Мы добежали до этой галереи. Но я уже сказала, да, Уффици, и оказалось, что они sold out на сегодня. Мы не можем разобраться ни с ценой, ни с билетом, но они в любом случае уже распроданы, поэтому... Вот вход в этот собор бесплатный, только там еще есть музей, там 10 евро, но сам собор бесплатный. Ну, наверное, пойдем в какой-то другой музей. Вот, в этот мост. Мне кажется, их положили. Я думаю, что их специально положили, их не могло сдуть так. Все стоят. Мы идем в Gucci Garden. Сейчас посмотрим, что здесь за Gucci Garden. Все прячут зонты, я так понимаю, людей просят прятать зонты. Thank you. Итак. Что? Какой тикет? Вы что, с ума сошли? Знак. Знак — это глаз, что тебе надо было потратить эти деньги на меня. На вход сюда. Смотри, какая... Я хочу здесь фотку. На выходе, да, я так понимаю. Какая инсталляция модная. Вау! Сейчас будет много фоток. Я не буду показывать, пока что. Ого! А ну-ка. Прикол! Посмотрели ту комнату, идем в свет. Я прям открыла рот, если честно. Сейчас посмотрите, почему. Я не знаю, ходит, смотрит. Это комната с иллюзией, потому что стекла, точнее зеркала, они на полу и на потолках. Он поэтому здесь ходит, этот охранник. Я только что поняла, Нина мне сказала, что как бы если стеклянный пол, то... Да, да. Вы
темным пятном. Диван был в рекламе аромата, но здесь пахнет точно так же, как духи. Я думаю, что они делают запах. Каждая комната вообще-то, потому что в предыдущей комнате тоже пахло. Я поняла, почему. Каждая комната, некоторые, это аромат. И в каждой комнате пахнет их духами, которые типа украшены как рекламная кампания. Еще одна комната. Следующая комната красная. Мы любим красные, да, Нин? Последняя открыта, да, там. Нет, там просто ноги, скорее всего, типа. Здесь, я думаю, это воск или что? Я думаю, надо дойти обратно. Нам еще в ту сторону пройти. Еще первый этаж. Круз 2020. Каждая коллекция, да. Еще было бы неплохо, если бы не только фоткали, но и читали, о чем вообще написано. Я думаю, что здесь они рассказывают о круизной коллекции, которая была отснята кем-то каким-то. Harmony Corny. Ты это видела? Что? Да, я это сфоткала. Эта бабушка там сидит с тех пор, как мы зашли. Последняя остановка — это, естественно, магазин и гифт-шоп на первом этаже. Нин, я так понимаю, ты их не видела, да? Здание. Марина. Марина. Здание. Марина, голый чувак, Марина. Идем есть. Да. Я пообещала себе не снимать ноги, потому что у меня привычка снимать не все, что вокруг, а ноги, но итальянскую выкладку грех не снять, мне кажется. Значит, нам... Официант. Корочку хлеба, не желаете ли? Две. Одна? Три. Три. Понимаешь, у нас двое, а корки хлеба три. Хотите? Значит, принес нам этот дедушка официант он добрый. Он его не просто принес, он кинул просто, да, какие-то собаки кинул пакет на стол. Просто. Обычный грязный хлеб. Сейчас спать билеты и нам скажут, нам женщина дала пиццу. Нет билетов. Сказали, на сегодня нет. Сегодня в интернете. Тоже нет. В интернете на сегодня не продают или даже продают на завтра, но почему? Вот как есть рис для суши, а есть рис обычный. Uh-huh. А есть рис для ризотто. А это рис для обычный. Пройдет вообще день без того, чтобы я поставила пятно на платье. Хорошо, что это сейчас не моя одежда. Я вчерашнее постирала, кстати. Зачем? Я бы в стирку закинула и все. У меня же такой обед. My date. С таким прекрасным видом. Сходите обязательно. Да, я хотела.
пусти, я там была уже. Бутылок, который дает мне в камеру. Итак, продолжение. Я же мало память забила сегодня. Мы едем дальше. Мы решили, что мы... когда мы приедем в то место, у тебя просто телефон уже глюканет. Я просто сейчас почищу. Все на самом деле, я все почищу. Я снимаю против света. Женщина. Я после Италии. На самом деле, все идет в грудь. Да, Нина? Ризотто идет в грудь. Процентов 10. Никаких машинок нет. 90 идут в жопу. Именно съела я, а в жопу идет твою. Спустя 2 часа. Непонятно. Решили, что здесь как в Одессе. От вокзалов можно дойти до центра супер легко. Они опять что-то едят. Паштет. Пешком пройтись и буквально сколько? Минут 15-20, и ты получается в центре Милана. Милана. Я просто... Я уже потерялась. Я постоянно называю города не своими именами, поэтому... Во Флоренции. Так, мы с Ниной, значит, сейчас приедем на море, так сядем. Пишем табличку на итальянском. Ищем жилье. Потому что мы едем туда. Супер красивое место, которое на всех картинках. Я помню, оно было на тетрадках постоянно. И мы не забронировали жилье. Мы теперь прошарены. Мы это сделали за 10 минут? Меньше даже. Да, меньше, чем 10 минут. Мы нашли, значит, на вокзале во Флоренции поезд. Теперь нам никто не нужен. Мы едем в супер место. Нам нужно решить сегодня вопрос с туалетом, потому что 3 часа мы не выдержим без туалета. Туалета нет. Видишь, через вагон. Следующий. Мы просто ходим и ищем. Мы просто ходим и ищем туалет нормальный в вагоне, потому что нигде не работает. Если мы сейчас не сходим, то... Нина! Хоть какой-то. Здесь как-то поезд подешевле. Да, я смотрю, больше на Нидерланды похоже. Да. У нас будет 10 минут в Пизе, чтобы пересесть и найти. В Пизе. В Пизе! Что, мы уже здесь быстро нашли платформу? Не знаю, что там быстро найдем. Да, мы просто будем бегать и спрашивать скузи для специи. Как будто ля сельпо. Главное сказать ля сельпо. Скузи ля сельпо. Я быстрее за телефон снимать, она быстрее за опероль. Стоят, подзасыпаю. Пересадка номер 1. Я думаю, что нет. В том поезде туалет был не очень, поэтому... Да, поезд выглядит аутентично. В общем, пересадка номер 2. Мы едем, мы сейчас в Пизе. И пересаживаемся на поезд до... специи. Что я могу сказать? Пейзажно. Место пейзажно. Он почему-то заглушил мотор. Мы это сделали, мы добрались до поезда. 20 минут, грубо говоря, и мы будем уже в том месте. Я же хочу увидеть все эти дома и купаться в итальянском море. Там был такой вид, видел? Там был такой вид. Все уже закричали. Да, аж в поезде все закричали, но там реально было капец. Там как в фильмах, там просто можно было верещать по-детски реально. И оно просто закончилось, мы въехали в какой-то туннель под мост. Китайцы вышли вон от расстройства. Хороший вопрос. Так много людей на поезде, кстати, едет, да? Я думаю, сейчас мы спустимся и увидим весь мир. Я начинаю с итальянцев. Вижу красивую набережную.
но я не вижу домов. Я думаю, что это первая остановка была. Виды, конечно, впечатляют. Особенно по дороге. Мне кажется, можно просто на поезде ехать. И все. Поехали одну остановку мимо этих домиков, мы возвращаемся обратно. Нам нужно было выйти на предыдущий. Мы попробуем проехаться просто так. Приехали в Вернанце. Это, по идее, там, где должен быть этот городок на скалах. Мы ждем. Моя Гуччи сумочка. 4 часа дороги, ты в районе. 4 часа с половиной, ну, поделить пополам. Потому что у нас была остановка. И ты здесь. Смотри. Так, все, пошли. Самое интересное там. Меню. Каламари, фиш энд чипс. Я снимала. Все меня распирает. Все меня, это меня колбасит. О, господи. Где? Мы в раю. Мы в раю. Боже. Яке воно. Разрушенный, но классный. Мне кажется, просто немножечко не тот репертуар, если честно. Я просто немножечко на солнце перебилась. Маджа-джа, маджа-джа, джа-джа. Нет, тут должно быть прикольно. Так, я это забила. Что? Что? Будем спать. Этих самодельных бизнесменов. Естественно, когда ты уже поднялся столько. Которые здесь. Ты не скажешь. Поставили будку, нет. Захотели 2 евро за вход на гору, которая гора. Я думаю, даже не знаю русское, но он тебя понял. У
зачем это никогда не делал? Кинь отсюда, прыгни отсюда. День третий. Смотри, чисто один кусочек. Это как пицца на столовке, знаешь? Сейчас я покажу. В школе. Когда просто маленькие пиццы размером... Один кусок колбасы. Ладно. Вот такая маленькая, круглая. Я хочу какое-то место, чтобы... Значит, день третий. Я решила этим пиздить. Дай, пожалуйста. А где эта штука? Она у меня в сумке. Я иду по улице, извините за мои носки, запухшие. Которые, да, у меня тоже запухшие, скажи. Почему они на дынях? Ты видела? Что? Они на дынях. Вот это вот попку дыни, они заклеили ее воском. Вон. Чё-то не срал. И бирку наклеили туда. Стильно. Так вот. Биркин. Дыня Биркин. Дыня Биркин. Дыня Батата. День третий, мы идем на море. У меня в руках грязные чистые носки. Я их постирала. Но не факт, что они стирались. Они не высохли за ночь, потому что зерно. Я их раскидываю. Я их раскидываю по улице. И мы пытаемся приободриться. Блин, ну вот на фотке все не то. Да, оно вообще не выглядит так, как мы хотим. Два дерева с апельсинами. Мандарины, что это? Это мандарины. Урожай! Урожай! Когда-то ели мандарин. Ладно, давай сорвем. А можно? Понюхай, просто понюхай. Пахнет. Они очень. Знаешь, вот так, смотри. Да, трешься корочкой. Нина. Вот так издавливаешь ее? Пожалуйста. Не позорь мать. Духи. Брукарт. Снимем кампейн. Брукарт натурель. Давай. Я реально понюхаю. Я пахну мандариной. Вкусно. Я пахну как любовь. Знаешь, это... Я. Я могу тебе только в Телеграме, да? Да. Вандализм. Что это? Нет, это маленькая мандаринка? Она несъедобная, я думаю. Да, это маленькая мандаринка. Не ешь. Не умру. Не умру? Не гарантирую это. Максимум. Не от тебя зависит. В Инстаграм видео «Доброе утро, Италия», как мы завтракаем, и там дождь. И мне чувак отвечает. А это еще какого-то зверя? Можно намазаться? Понюхай его сначала. Понюхай его сначала. Нет? Что-то тоже знакомое. Оно да я. Что-то знакомое, но я не могу понять, что. Ну как будто тоже я знаю мандарин, этот запах. Цитрусовое. Я не мама. Хорошо, что я поела. Они сделали арбузам ручки. Оригинально. Почему инфляция в Британии происходит именно сейчас? Только что попросила разрезать сыр не в длину, а поперек кусочек. И ее чуть не убили здесь. Какой любимый? О, мы взяли столько кусков сыра всего лишь на 13,38 евро. Просто вот такой пакет с сырами. Всего лишь на 14 фунтов. Пожалуйста. Поход на рынок. Да, кстати, дыни не хватает. Там была нарезана. Смотри, ест виноград. Голод. Марина! Закройте рот. Can't let them get to me. And even though I always fuck my butt. Марина, посмотри. Я снимаю.
Only I can mention it. Мы, кажется, его смущаем и позорим. Don't move like you don't know us. Мама, 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 Мария, мама. I'm not Maria, but... Мария, мама. Выключи. He's got nose pigs. I can try to squeeze one in, but it's not really. No, you don't. День подряд одной и той же одежде без одной щетки. Да. Какой день лучше для встречи с парнями? Третий. Не помылась нормально, у тебя нет дезика, у тебя нет зубной пасты еще. Учитесь, девочки. Нет, у тебя зубная паста, и ты чистишь свои зубы пальцем. Ага. Я просто сейчас вспомнила, как Нина сказала, почистим зубы пальцем. Ну, собственно, этим она и занялась. Это вода чистая. Выглядит неплохо, прям для фото, кстати. Он должен был красиво повернуться, но... А, а... Wanted to be. No. You want to die? I don't want to die. Dive, you said? Yeah. No, dive? Did you say dive or die? Добрались мы до пляжа. Оказалось, что пляжа нету, песка нету, и здесь скалы. И мы теперь думаем, они смотрят, где бы найти пляж песочный. Но вид, конечно, впечатляет. What a beautiful place. Просто офигенно. Но на самом деле я не представляю жить на постоянной основе. Зимой я не представляю, что здесь происходит, но вид... Ладно, это не впечатляет, но здесь... Rope jumping. Bungee jumping. Bungee jumping. We should put our name here. Our name? Oh my god, they're riding on cactuses. That's terrible. That's the view. But I'm the one to blame. Something that counts as a beach, although it's rocky. And we were looking for sand. I'm not even sure if this continues right now. Старшие люди решили, что мы можем поплавать вот здесь. What? Yeah, blue. I don't. That there is a different name for it. It's like really old movie. Okay, I don't like it. Я хотела вообще это пляж и песок. Ладно, идемте посмотрим. Значит, планируется покупаться вот здесь. Сумасшедшие. Все начали плавать на этом споте после того, как мы поплавали. В общем, в итоге мы решили всё-таки плавать здесь. Мы сплавали. Мы поплыли в одну из пещер, которая находится вот там вот дальше. К сожалению, у меня нету чехла, который снимают в воде, и я не сниму, как мы туда поплывем, поплавали. Отлично, меня укусила медуза. Прекрасно. Я хотела его убить, но он меня подкупил. Пока он может жить. Мягкие каникулы. Мы бежим, чтобы первее добежать до машины. Вместо парня, с которым мы приехали. Боже, как жарко. Мы просто... У меня порвалось платье. No, another door.
What, me? Check your boobs. You're There's not no excused. There's no way to prove that it was just you. That's true. А мы любим друг друга сразу видно. I don't know who yes. has the map. I just... Никто не следит за картой, я так понимаю, да? We follow the flow. Путешествия, мне кажется, нужно еще пару отпусков. I did it. You think he looks good? No. No. What if someone? What? What if someone peed on it? No, it's not for. I have so many videos and pictures. So that's it the spot. Мы нашли... This is the biggest space that we can find on the beach. Guys, it's not... I really want to lay down a lot of... You understand, right? That your feet are going to be on their towel and your hat is going to be on their towel. I'm just going to have to step. Готова? Не готов? Пошел, первый пошел. Вернула. Я все сняла. Я знаю. Красиво выходи. Давай красиво выходи из воды. Блин, капец. Джульетте, и мы едем в Верону, чтобы посмотреть на стену Джульетты. Где я тебя снимаю? Давай красиво иди. В гостиницу вернулись. Мы все сделали. Мы добрались до вокзала, до вагона, до куда-то уже хотя бы. Очень странная система здесь какая-то. Один вагон кондиционирован, в котором есть кондиционер. Все остальные, они мало того, что без кондиционера, они без зарядок. О, розетка, блин. Да. Только он заряжает все, что можно. На видео неплохо.
леопардовое. Это было что-то леопардовое, ой, по-моему. Ой, смотри, леопардовое дом. Да, я не уверена, но, возможно, мне показалось. Возможно, там просто там цветное. Очередь, Марина. Мы просто что? В неё пришли. Не, ну мы можем прийти мимо, посмотреть. Но по карте это то, куда мы шли. Мы, значит, в жилете, а тут очередь километровая. Она, однако, непроста нам. Туда можно подняться на балкон. Конечно. Постоим весь день или два. И подумаемся. Это очередь на балкон. Максимально гениально то, что не хватает ее за грудь. Я не знаю, что это значит, для чего это делать, но... Так, я хочу фотку на фоне замка. Разочарование сплошное у нас вышло с Джульеттой. Оказывается, нету никакой стены, как в фильме. Никто не оставляет там записки. Людей тьма. Марина, а ты знаешь, что Деда Мороза не существует? Она хочет меня убить. Расстроенная Джульеттой. Я намазала губы, мы выпили апероль. Я вставила. Ты на жаре. Перекличка тех, кого вставила. Я. Первый, второй рассчитаюсь. Первый. Я. Второй. Третий, четвертый. Первый, второй. Какой третий, первый. Четвертый? На первый, ой, второй. Ой, я забыла. Первый, второй. Мы идем на кладбище. Для того, чтобы посмотреть, у меня место была... Место силы. Место... Я не знаю, какой силы, но... Моей, блядь. У меня была просто идея сходить на кладбище итальянское, потому что я знаю, что они красивые. Поэтому мы пойдем посмотрим на статуи там. Тарологи говорят, что на кладбище можно найти место. Мы послушаем тарологов, естественно. Наш последний ужин в Италии, и мы решили гульнуть с таким видом. Я буду карбонару. Невероятный выбор. Невероятный выбор. Карбонара и сейчас тирамису и маргариту. Да, классический. Первое меню на русском, которое мы здесь увидели в заведении вообще в целой Италии, в принципе. Фруктовый салат с мороженым. Мне самое смешное, это было вот здесь пельмени, масло и шалфей. Биголи со слиной тряпкой, это меня убило, конечно. Так, я уже знаю, что будет. Ты знаешь, что будешь? Конечно, нет. Нравится, как итальянцы описывают. Я не знаю, кто переводит эти меню обычно в заведении. Я надеюсь, что это шутка. Но, кстати, это хороший ход в плане маркетинга, когда ты... Естественно, мы сейчас поделимся. Естественно, все потом набегут сюда. Мы привезем им клиентов. Я нашла в десертах блюдо, которое конец называется... «Конец света с нутеллой». Зато сладко. Чем мы себя занимали в Италии в ресторане? Читали русское меню. Пиво среднее. Я вышла, он же там стоял, ждал. Остужался. Да, я заметила. Чисто типичная фотка пацанов с паскота. Знаешь, когда они сидят в пивнухе, пивы, вот такие вот фоточки. Мы можем позволить себе пиво. И не ху-ху какое. Какое? Я не знаю, если уже выпью. Костелло? Лагер. Так-то, если что. Малина, вы закат, сверкает по земле. Как обрадовать. Лучше не стало.